Всем привет, с вами Дима. Сегодня ко мне пришла вот такая вот миниатюрная посылочка из Китая. Мне не терпится узнать, что же там такое. Сейчас посмотрим. А там у нас MP3 плеер вот такой вот. Совсем они не упаковали его. Но правда здесь есть такая вот бумага, не бумага, а вот такой целлофан с такими упырчатыми этими штучками. Вот такой вот MP3 плеер. В принципе, он нисколечко не повредился, как я смотрю, при переезде. Сделан он как будто из металла. Не знаю, что это металл. Да, скорее всего, это металл. Потому что такой материал интересный. Может и пластик, конечно, но очень похож на металл и по звуку, и по ощущениям. Такого вот он фиолетового интересного цвета. Смотрится неплохо. Тут у нас слот под microSD. У него нету своей, получается, памяти. И чтобы послушать музыку, вам обязательно нужна карта microSD. Правда, этот плеер стоит около 60 рублей, по-моему. Совсем дешевый. Что здесь у нас? Зарядка, получается, USB. Только, по-моему, здесь мини-USB. Необычный вход. Сейчас проверю его с микро-USB. Потому что может не подойти. Так. Ну да, как я и предположил, вот этот разъем необычный. Это мини-USB. И вам придется его как-то где-то искать, такой шнур. Потому что не у всех он есть. Потому что для телефонов идет вот такой микро-USB. Это, конечно, минус. Минус, но, в принципе, незначительный. Конечно, лучше было бы, чтобы здесь был микро-USB. Есть вот такая здесь прищепочка, чтобы, допустим, на ремень куда-то прицепить или еще. Разъем стандартный под наушники и кнопка включения-выключения. Нажимаем включение, загорается красная лампочка. Вот, собственно, такой вот плеер. По кнопкам у нас здесь, видите, да, какая щель. Нажимаю на вот эту сторону кнопки, и кнопка прям приподнимается. Не знаю, на камере видно или нет. То есть ее можно вообще оторвать. То есть вот здесь щель вообще сильная. Не очень это хорошо. Вот здесь как-то выглядит. Так, кнопки перемотки и увеличение, уменьшение громкости. Нажимаются нормально. Ничего не залипает. Ну вот, конечно, только с этим минус. С разъемом зарядки. А так нормальный плеер. Конечно, надо еще протестировать будет качество, но хочу сказать вам, что он действительно классно смотрится. Он маленький, его можно взять с собой, он легкий. То есть вообще такой миниатюрный. Довольно интересная вещь. И своих денег он точно стоит, я вам могу сказать. Если он, конечно, заработает у меня, если он будет воспроизводить музыку, то однозначно советую к покупке. Несмотря на качество там звучания, потому что за такие деньги MP3 плеер это самое то. Допустим, там бегать, каким-то спортом заниматься вместе с ним. И не жалко будет его сломать, не жалко будет потерять. Так что вот такая вот распаковка была. Сейчас буду его тестировать. Вот. Ну а с вами был Дима. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.